Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу показать вам свой заказ с сайта Grandstock. Вот такая вот большая коробища ко мне пришла. Тут на самом деле в основном позиции для меня, в основном. Вот, но я вам обязательно покажу и обязательно с примеркой. Я всегда вам все свои заказики показываю вместе с примеркой, как все это смотрится на мне. Так что обязательно будет примерка сегодня. Вот, заказала я в компании Grandstock. У них на самом деле сейчас обновился сайт, и можно заказывать с любого устройства, то есть оформлять заказ. На самом деле очень удобно, даже с мобильного телефона, потому что лично я в основном заказываю именно с мобильного телефона, делаю какие-то заказы, вечером сижу на различных сайтах и так далее. Тем более, что у них есть распродажи, и в распродажах участвует, по-моему, более 2000 позиций со скидками до 50%. Это на самом деле всегда очень приятно, тем более я очень люблю заказывать все на скидках. Также у них низкие цены напрямую от производителей, и заказывать можно от одной позиции. Ну и огромный ассортимент, там более 15 тысяч различных позиций. Можно делать заказ как для одежды для себя, для дома, текстиль и все остальное. Я все это дело очень-очень люблю, так что давайте вам сейчас покажу, что я заказала. И давайте я начну, но не с себя, а своего младшего сыночка. Я заказала ему вот такой вот классный костюм. Он у меня будет в нем ходить сейчас и также будет ходить в садике потом. Ему очень понравилось вот эта вот ярко-зеленая такая надпись классная. Вот. И это такая тоненькая толстовочка. Вот, идет, он уже у меня померил, идет она размер в размер, очень, ну, то есть нормально села, вот так как положено, штаны длинные нормальные, здесь манжетики, соответственно, и здесь тоже резиночка, мне очень понравилась вот эта резинка, видите, она как прострочена, то есть она не будет скручиваться, она не давит ему нигде, очень удобно, и здесь, ой, я не той стороной вам, девочки, показываю, вот так вот они спереди выглядят. То есть надпись идет на штанишке сзади, вот. И здесь идут вот такие вот кармашки еще. Но вот эта вот резинка, она очень-очень классная. Видите, как она прошита. Обычно же просто вставляют сюда широкую резинку, а здесь она вот так прошита. Мне это очень понравилось. Как раз для садика. Садик уже скоро уже, да? Уже скоро учебный год. И сейчас вот он у меня тоже походит. Вечером гуляем с девчонками, хвостатыми моими. Как раз самое то. Я ее состерну, поглажу и будет носить. Вот я заказала вот такой размер 134. Вот у него как раз, вот ему сейчас как раз ходить самое то. Состав 70 хлопок, 25 П, 5 лайкра. И размер 134, это 36 российский, да, я так понимаю. Ну, 134 рост, в общем. Вот, в общем, черная с ярко-зеленым. Все как обычно у моих мальчиков. Так, ну а теперь все для меня. Конечно, сейчас достала из упаковки все мятое, но ничего страшного. Заказала я себе вот такой домашний комбинезон. Вообще, я люблю комбинезоны. Дома вообще не надо париться, одел, ничего нигде не вылезает. Я буду носить его дома. Здесь еще по бокам идут кармашки, то есть шортики. Вот такой вот посередине, как пояс, да, такой. Здесь резиночка вставлена. И здесь идет... ну, рукавчик, да, как футболочка, и вот такой вот как бы с запахом. Но вот этот запах хорошо все прикрывает, все, что нужно. И сзади идет открытая спина. Вот так вот сзади идет открытая спина, как вы видите. Вот такая вот. Ну, пример сейчас все покажу. Я заказала 44 размер, уже померила, мне классно сидит. Состав вискоза. Но ткань действительно очень приятная, такая классная, я люблю такое. Я и зимой дома в таких хожу, и вот сейчас вот... мне кажется, вообще самое то. Очень классный комбинезончик, очень удобный. Видите, он такой, не знаю, темно-такого фиолетового цвета, баклажанового, ну, не баклажанового, нет, темно-фиолетового цвета, очень прикольный. Запах у него большой, то есть вот здесь вот половинка, то есть, видите, идет как достаточно большой запах, ничего не будет вываливаться, ничего не будет никуда деваться, скажем так. Вот, и сидит вот этот запах плотно, то есть, когда вы нагибаетесь, то же самое, не будет ничего отсюда вываливаться, даже если у вас большая грудь. Здесь идут кармашки, такой достаточно плотный пояс, очень удобный, и открытая спина. Вот, но вот открытая спина очень классная, на самом деле, мне очень нравится.
как выглядит этот комбинезончик. Мне кажется, он просто классный. Я его планирую носить дома, здесь ходить, в общем. Так что классный. Вот. Ну и цвет такой. Не знаю, мне нравится такой цвет, такой темно-фиолетовый. Вот. Очень даже прикольный. Также я взяла ходить дома вот такое платье. Мне безумно понравилась расцветка. Мне очень нравятся вот подобные цвета на лето. Ну, это тоже у меня как бы домашнее платье. Ходить летом, ну, не только летом, да, по дому. Ну, по дому, по участку, я не знаю, к соседке в гости, как хотите, да, девочки называть. Я в таком платье могу и прогуляться с собаками пойти, если тепло, да, и так далее. Заказала я 44 размер, это производитель Натали, да. Давайте бирочку посмотрим. Да, вот 44-й, состав 95 вискоза, 5 лайкра. Он действительно тянется и очень приятный. Ну, 95% вискоза, платьица вот такое вообще. И расцветка очень классная. Сейчас примерю, покажу. Итак, вот это платьица. Очень оно мне нравится. Мне нравится такой крой. Мне кажется, все ненужное скрывает, а все нужное подчеркивает. Очень прикольно. Кстати, оно очень понравилось моему мужу. Он сказал, прикольное платье. Вот, смотрите, как смотрится. Очень такое классное. Здесь получается обтягивающее. У меня 44 размер. Мне кажется, идет размер в размер. Меньше уже не нужно и больше не нужно. То есть оно здесь обтягивает, а здесь идет вот таким вот образом. Сзади тоже все закрыто. Вот. Здесь все закрыто. И такое. И цвет очень прикольный, очень красивый. Мне кажется, не знаю, мне очень нравится. Вот. И такая вот юбочка. Например, гости приехали, да, можно одеть. Да и вообще, я, в принципе, вообще всегда хожу, наряжаюсь дома, так же, как и на улице. И считаю, что это здорово. И самое главное, девочки, в моем заказе, то, ради чего я и сделала этот заказ, это вот этот халатик. Девочки, как мне нравятся вот эти халаты, особенно очень классно осенью, зимой. Вот эти вот, которые, ну это не бархат, это как плюшек такой, или плюш-велюр, я не знаю, как правильно назвать. Вот этот вот очень мне нравится, они очень комфортные, в них не потеешь, у меня уже один есть такой халатик. Кружево вот это вот мне, кстати, очень понравилось. Оно мягкое. И оно такое прям, ну, в общем, очень мягкое, классное. Я взяла вот такой серенький цвет, чтобы, ну, ко всему подходило мне. Вот. Здесь идет пояс тоже вот такой. И рукав. Тоже мне нравится, что не длинный рукав, а такой, как 3/4, ну, что-то такое. Сейчас примерю, вам покажу. Тоже взяла 44 размер. А, вот написано «Малахит». А, это цвет имеется в виду, «Малахит». Вот, состав. Это 80P и 20 спандекс. Цвет серый. Видите, вот такой вот. Ну, очень классный. И к этому халатику в комплект идет вот такая сорочка. Она мне тоже очень понравилась. Здесь идет точно такое же кружево, как на халатике. Вот здесь вот поверху. Бретелечки, они тянутся, но они, видите, без, то есть не регулируются, но тянутся, тоже 44 размер, но это в комплекте шел, то есть комплект сорочка и халатик. И вот это тоже очень приятная к телу ткань, как раз вот осенью, зимой, девочки, вообще огонь. Еще хочу такие же, знаете, есть еще там же в продаже на сайте Grandstock есть маечка такая и шортики, вот из такой же ткани, очень классно. Вообще, ну вот эта ткань, она такая приятная, девочки, вообще обалденно, мне очень понравилось. Как раз себе на осень обновила ночной гардероб. Халатик вот с этой ночнушкой просто огонь, такой приятный к телу, мне так нравится. Еще мне нравятся вот эти кружева, я очень люблю, когда кружево вот так вот по рукавам, не знаю, мне это очень нравится. Вот такой длины, 7/8 это, по-моему, называется, да, рукав. То есть не 3/4, 3/4 это поменьше. Но мне это очень нравится, потому что можно спокойно умыться и что-то, не знаю, завтрак даже приготовить утром в этом халатике. Вот, так вот я его завязала. Идет вот это кружево, не знаю, мне захотелось серого цвета. Там разные расцветки есть на сайте. Мне захотелось именно серенький. И вот ночная сорочка, которая тоже, видите, достаточно свободно сидит. При этом она такая тепленькая, то есть подойдет как раз, вот как я уже сказала, на осень, на зиму. И здесь вот тоже вот это кружево очень, ну, прикольно. Мне очень нравится вообще такое, как, ну, как под бархат. Плюш-велюр я почему-то это называю. Вот, так что вот такой вот у меня комплектик домашний. Мне очень нравится. Я прям балдею от него.
кажется, прям классный, классный. Зимой меня, зимой, осенью, прохладной погодой будет меня согревать. И я сейчас, как, может быть, многие из вас, занимаюсь заготовками. Я, девочки, уделала уже всю кухню и весь текстиль, который у меня на кухне. А я люблю домашний текстиль, просто обожаю, когда у меня все вот такое чистенькое, опрятненькое, аккуратненькое на кухне. Я это просто обожаю. Поэтому я себе на замену взяла два вот таких набора для кухни. Только я неправильно положила, это вот так вот шло. Да, вот так вот. Здесь вот есть цены, смотрите, 325 рублей. Здесь три предмета. Идет прихватка 20 на 20, рукавичка 30 на 17 и полотенце вафельное. Вот прихватка. Очень, кстати, прикольно сделана такая, не тоненькая. Рукавичка. Вот рукавичками я очень люблю пользоваться. Я одно время не понимала вот эти рукавички, а сейчас, я не знаю, они у меня в ходу очень сильно. И вот такое вафельное полотенце. Но вот это вафельное полотенце, оно реально крутое. Оно мягенькое, то есть не жесткое такое. Видите, смотрите, какое классное. Ну и цвет такой, что-то мне так захотелось такого цвета себе на кухню повесить. Такого фиолетового. И второй набор. Здесь уже два предмета. У меня кухня вообще в серо-белых тонах таких. Вот, ну это я так разбавить немножко. Здесь тоже два предмета. Стоит 220 рублей. И здесь уже идет прихватка 20 на 20. И рукавичка 30 на 70. Вот так вот они выглядят. Испачкал помой написано. Тоже это мне надо, да, потому что я сделаю заготовки. Это, конечно, все. У меня весь текстиль там уже ничего не справляется. Ни пятного водителя, ничего. Поэтому вот я закончу свои все заготовки и повешу как раз осенью, в сентябре уже на мою кухню. Нет, я ее так мою, убираю, конечно, за собой. Но в общем и целом, да. И повешу обязательно новые текстили. Еще полотенчики мне нужно будет кухонные потом заказать. Обязательно разные, потому что у меня и полотенце, у меня все, короче, уделано. Девочки, надо будет чистенько, свеженько, чтобы у меня всю зиму провисело. Вот, но вот это полотенце мне очень понравилось. Вот это вафельное. Вообще, кстати, люблю вафельное полотенце, вафельные халатики. Вот оно прям такое мягенькое-мягенькое. Ну и такое сочетание серого и такого фиолетового тоже, мне кажется, классно смотрится. Так что вот такой вот у меня был заказ. Я уже одела этот комбинезончик, буду с ним сегодня ходить, потому что он очень приятный к телу, такой прям мягенький-мягенький, вообще классный. Ну и цвет. Мне, не знаю, мне нравится такой цвет. Тоже прикольно. Вот, не все же такое яркое. Вот, коробка, сейчас буду все убирать. Вот, так что не забывайте, что все ссылки, всю информацию я вам оставила внизу в инфобоксе, так что переходите, смотрите. Я очень советую этот сайт. Не знаю, классные вещи, недорогие, мне очень нравится. Вот. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч!